Соревнования, ставшие уже 22-ми по счету, прошли на национальной гимнастической арене. Последний день турнира с участием 160 гимнасток запомнился выступлениями как совсем юных, так и профессиональных спортсменок. Эти соревнования являются особо примечательными для представительниц регионов, входящих в возрастные группы малышей, преюниорок, юниорок и взрослых. Это говорит о развитии гимнастики не только в столице Азербайджана, но и за ее пределами. В различных возрастных категориях и программах победы одержали Нармин Байрамова, Камил Алиева, Фатима Амедзаде, Латифа Султалиева, Назрин Джавадлы, Нана Бажи Шафиева, Зохра Агамирова, Хураман Бабаева, Лейла Саидова и Дарья Фарш Бахшахрияры. Возможно, в будущем эти имена будут сверкать и на международной арене. Во взрослой категории победу, как и ожидалось, одержала лидер сборной Марина Дурунда. Второе место занял двукратный призер чемпионата Европы 2014 Джаля Пириева, а третье место Рената Алекперова. Эмин Ахмедов, Фарид Гаджиев, CBC.